Это флаг уже не захотел. Пойду. А, ну да, да. Прям совсем. Играют Комус и Инлайн. Комус себе обозначил уже в нашем кубке как лидер. Первую встречу выиграл не у абы кого, а у Московского кредитного банка со счетом 2-1. Притом по ходу матча Комус уступал. Ну, играя непривычным составом, потребовалось время для того, чтобы наладить взаимопонимание. И, как мне кажется, сейчас с взаимопониманием все должно быть хорошо. У Инлайн в первом матче поражение. Они играли за рубеж нефтью. 0-2 уступили. И если проигрывает сейчас Инлайн, то о борьбе за серебро можно забыть. Дальше будут играть и смогут претендовать максимум на бронзу, если сейчас уступят. Ну а если выигрывают, то в принципе все становится очень неплохо. Будет тогда Инлайн надеяться, что за рубеж нефть теряет очки. Удар у Инлайна получился хороший. Чкунов, по-моему, даже не видел момент удара. И вот второй матч. И второй раз подряд Комусу придется отыгрываться. Данилков. Мяч остается в игре. Это можно проиграть, следующий выигрывать и все. У нас 15 будет, вчера был дел, попасть в сейчас он замораживает. Он только щечку может. На улице играл. Сильный. Ну, блин, он бы поаккуратнее так замораживать от мороженого. Это... Док. Док может ошибиться, где-то его потом искать будешь. Да ничего, ладно. А то скажешь, что сглазил. Какой бы перспективой не была атака у Инлайн, всегда 1-2 человека остаются на своей половине. Инлайн спокойно играет вторым номером. Дополнительное спокойствие придает, что ведут в счете. А вот сейчас штрафной будет очень опасный. Желтую карточку еще. То ли за сам фол, то ли за разговоры. Мяча Данилков. Ну, сейчас можно перекинуть, кстати, стенку аккуратно. Удар, рикошет, гол, 1-1. Комус очень спокойно счет сравнял. Сейчас бы еще пару чизбургеров. Так, я тебе, кстати, со вчера должен полтинник, да? Ну и сегодня сколько чизбургер стоит? Ну что там полтинник, да? Снова нарушение. И снова желтое. Ну теперь уже игроку Комуса. 15 номер, фол, желтый карточка. Не жалею. Смотрим розыгрыш. Ну,
Удар и гол, как сегодня штрафные, это реализовывают все команды. 2-1. Инлайн опять впереди. Он получил желтый и он просто сразу. Я понял. Вижу назад. Данилков. Данилков отыгрывает назад. Вот это кайф. Кирилл, это просто. Нахер эти обеды в этом. Владеет мячом все время, но вскрыть плотную оборону инлайна пока не удается. Всей пятеркой инлайн стоит у своих ворот. На линии еще и вратарь. Данилка. Ну вот редкий случай, когда инлайн попытался атаковать, а то в направлении цели пошел только один игрок. Ну и не имеет смысла Комусу снимать вратаря в пользу полевого игрока, потому что и так слишком много человек на площадке. Лишний полевой ничего не изменит. Здесь важнее сохранять свои ворота в неприкосновенности. Назад, катились, ребят, Али, назад. На свою половину это значит. Да, сейчас Кому справедливо торопит судью давать свисток. Да,
до перерыва 20 секунд. Чекунов. Вот. Уже только бить остается. Все, перерыв. Что перерыв? Разматывает. Что тут сходи 18? Или в магазин, да? Второй тайм. Инлайн ведет в счете. Обыгрывает Комус. 2-1. Такой же счет по нарушениям правил. Здесь тоже больше у инлайна. Игра рук. Куи сейчас, видимо, да? Значит, третье нарушение. А, нет. То есть не сразу я понял судейский замысел. Фалил Комус. Так что по нарушениям сравнялись. 2-2. И вот такой штрафной — это шанс не только для инлайна, но еще и шанс для Комуса. Сейчас попытаться на контратаке поймать инлайн. Ну, мне кажется, недооценен был как раз сейчас Бовет. Лучше было мяч опускать и идти в атаку через передачу. Два в два. Сейчас Комус идет. Нет, потерян темп. Нарушений не было, тут аут. Штанга зазвенела. Коснулся ли кто-то мяча? Видимо, нет. Чекунов от ворот бросает. Ты типа они не нужны больше или что типа? Нет, в смысле, все вместе собери. Не, не работает сайт. Буду заносить тоже потом. Я тебя понял. Пока просто собирай. Комус. Теперь они играют вторым номером. Ну, мне кажется, это их совершенно осознанный выбор. В принципе, в этом матче Комус может устроить ничья. Тогда нужно будет обыграть за рубеж Нефть. И 7 очков гарантируют Комусу первое место. Ну, даже для ничей нужно забить хотя бы один, при этом не пропустив. Проваливается сейчас оборона Комуса. Было видно, что не понимают игроки, кому кого держать нужно. Али! Али! Али, Али! Инлайн сейчас мог забить третий. Тогда Комусу пришлось бы совсем тяжко. Данилков. Игра рукой. Да.
Данилков. Вставляет мяч партнеру. Удар от ворот. Хорошая обработка. Прям болеют все это шоу. Данилков с мячом. Просто глор. Время идет, и последние пару минут у Комуса практически не было моментов. Да, сейчас рикошет как мог подвести. Чекунов на месте. 3 в 2. Контратакует Комус. Да, в этом матче Комус сам не свой. Третий фол. Собирается вскоре инлайн взять тайм-аут. Главой Комуса. Вынуждена замену. Сейчас провели серию ударов. Тайм-аут берет инлайн. Швабру сейчас позову. Так, тайм-аут окончен, площадка сейчас приведена в порядок. Thank you.
не мы виноваты. Не мы виноваты. Можно продолжать игру. 2 минуты до конца. Счет устраивает инлайн. Данилка слишком сложно делает передачу. Секунд. Часы стоят, когда происходят остановки в игре. Это был скорее навес, чем удар. Головой. Мамедов. Чекунов далеко бросает, но, скорее всего, игрок хотел пробить головой, не получилось. 16 секунд. Данилков. Пошла широкая атака у Комуса, и забивают они за 5 секунд до свистка. 2-2. Итоговый счет 2-2, ничья, Комус и инлайн.